Жители села Ганза вместе с пострадавшим от взрыва газа Гургеном Арутюняном обратились с требованием в газовую компанию возместить ущерб, полученный от взрыва газа. Напомним, что в селе Ганза Неносминского муниципалитета 2 месяца тому назад произошел взрыв в доме Гургена Арутюняна. В результате взрыва пострадали 3. Пострадавшие получили ожоги разной степени. Жители Для разъяснения ситуации мы связались по телефону с одним из владельцев компании «ЭШЧГАЗ» Арамом Саносяном, на что он нам ответил. Thank you.